Всем привет! Вы на моем любимом канале, и я собираюсь ехать в Нижний Новгород сегодня. Все даже мельчайшие моменты были подделаны. Какие-то все равно мелочи во время эксплуатации проявляются, и в принципе я уже готова стартануть. И хотелось бы немножко вам рассказать про эту машину. В салоне вы еще ее не видели. Вот. Я вам хотела продемонстрировать. А что меня прям вот порадовало. Ну, раз уж я в салоне, поэтому я расскажу я вам о том, где я нахожусь. Во-первых, кожаный руль. То есть не надо монстрячить оплетки. То есть у нас многие любят вот такие вот большие массивные оплетки. Здесь уже все обшито, потому что если без оплетки, то у Скани есть такой косяк, руль пачкает, резина такое свойство имеет пачкать руки, и то же самое касается вот этих ручек. Ребята это предусмотрели и сделали их кожаными, то есть обшили кожей. То же самое касательно панели. То есть теперь я могу смело сказать, что у меня мягкий пластик, мягкая панель. И это не может не радовать. Что меня еще очень сильно порадовало, это обшивка. Зацените, какая здесь обшивка. Она полностью в черном исполнении, причем покрашены даже элементы крышки бардачка, люк. То есть все в черном исполнении. И это дает уют. То есть я себя ощущаю здесь как в комнате. То есть для любого дальнобойщика машина — это дом. То есть кабина — это дом родной. Но если не родной, то второй в любом случае. И темные ткани, они создают эффект уюта. Тоже спальник ребят тоже обшили в темный материал. И причем он очень приятный на ощупь, очень мягкий. На нем не будет никаких разводов, ну, потому что я думаю, что все сталкивались с тем, что если что-то прольется или там попадет на материал, который здесь идет с завода, то получится разводы. Здесь этого видно не будет. И зацените мой логотипчик. Логотип моего канала. Вот это порадовали, так порадовали. Ну а в целом здесь панель автономки, лампочки, все осталось без изменений. Ну что тут еще сказать? Вот фирменная, кстати, подушечка. Мне подарили фирменную подушечку и плед. Ну, он там подальше лежит. Тоже в черном исполнении. Так что надо подумать, какие мне коврики приобрести, так чтобы они были в тон. Да, обратите внимание еще на кресло. Кресло обшиты бежевой, даже не бежевой, нет, оранжево, наверное, бежевая кожа. И в середине тоже черные такие вот вставки. Тоже из такого вот приятного материала. Но это не велюр, это что-то, честно говоря, я не сильна в тканях, поэтому я вам не могу сказать, но он очень классный на ощупь, очень приятный. И что меня тоже сильно порадовало, это два подлокотника. То есть теперь можно ехать и вот так вот кайфовать. Но это сейчас чуть-чуть попозже я продемонстрирую, потому что у меня до этого был один подлокотник, теперь два. Коробка здесь автомат,
люблю. Это удобно, это комфортно. По панели, ну, здесь ничего, изменений никаких таких кардинальных нет. Ну, конечно, нужно еще много чего дорабатывать в плане создания комфорта. Конечно, я еще думаю, камеры, естественно. Здесь, кстати, стоит оригинальная магнитола. Тут вот все работает. Еще надо это испытать, как этот телефон именно слышит, потому что до этого мы выводили микрофон, то есть вот здесь вот, и мне приходилось постоянно его, ну, куда-то бросать, кидать, чтобы искать. В общем, здесь вот удобно, надо протестировать, как это будет в действии. Ну, в целом, наверное, пока все. Я хотела вам еще добавить, что пробег на этой машине у меня нулевой. Сейчас показывает 2,6 километра. Ну, соответственно, я уже немножко поездила. Это говорит о том, что двигатель здесь новый, нулевой. На нем еще никто не ездил. Он собран вручную. Ручная сборка. И это круто. Я еще не ездила на машине с нулевым пробегом. Это будет мой дебют. Друзья, думаю, надо сполоснуться перед дальней дорогой.
комментариях вы очень много писали о том, что машину надо назвать. Я с вами согласна. Ее надо назвать. Ну а название по старой доброй традиции, я думаю, что должны придумать именно вы. Предлагайте варианты. В комментариях пишите. Ну а комментарии, которые наберут больше всего лайков, мы отберем самые интересные и устроим голосование. И как корабль, как говорится, как корабль назовешь, так он и поплывет. Недавно я на своем канале, в сообществе, писала о том, что хочу организовать встречу подписчиков и зрителей канала здесь, в Красноярске. И через несколько часов состоится эта встреча. Посмотрим, сколько народу приедет, потому что писали разные отзывы. Кто что, кто-то вообще писал, вы тут сканию выдаете. Ну, посмотрим. Я немного переживаю, мне интересно, сколько народу придет. А может быть, вообще никто не придет. Ну, посмотрим, узнаем это уже через некоторое время. Встреча завершилась, и было много вопросов. На все вопросы я имела такую возможность ответить лично. Думаю, что если это видео наберет, пусть будет 10 тысяч лайков, то я проведу точно такую же встречу в Нижнем Новгороде.